Сумасшедшие, жестокие, экстремальные, дурацкие. Каких только соревнований нет на белом свете. Азарт и стремление к победе у многих людей в крови. Им дай только поспорить и почудить. Как вам конкурс толстяков? Африканцы вообще любят полноту и считают ее эталоном и мужской, и женской красоты. Но жители Судана пошли дальше. Они отъедаются для конкурса. Мужчины одного из племен садятся на молочную диету и растят живот. Некоторые не выдерживают нагрузки и умирают, но победитель становится лучшим женихом сезона. Финны долгое время соревновались в том, кто кого пересидит в сауне. Задача проста – как можно дольше сохранить вертикальное положение тела в парилке. После того, как один из финалистов умер прямо в парилке, а второй уехал в реанимацию, конкурс запретили. Олимпиаду деревенщины проводят ежегодно в штате Джорджия. Странное мероприятие объединяет любителей плевать шелуху от семечек, кто дальше, прыгать животом в грязь и метать ободки унитаза. Чудаки отрываются по полной, а вырученные средства передают на благотворительность. Экстравагантные водные турниры проводят в России на реке Вуоксе. Участники Bubble Baba Challenge должны переплыть реку в обнимку с резиновой надувной женщиной. Задача – не потерять спутницу и первым добраться до финиша. Удивительных соревнований очень много. Заклинание червей на скорость, поедание крапивы, разнообразные гонки на выживание, а также метание мобильных телефонов и экстремальная глажка. Поэтому при выборе челленджа будьте азартны, но благоразумны.